Еще раз всем привет. Один из вариантов, хочу показать, как можно, допустим, взять уже готовое. То есть вы не будете замешивать тесто, вам не нужно будет брать муку. Я, например, еще из одних вариантов предлагаю вам тесто слоеное. Упаковочка маленькая, вот она, небольшая упаковочка. Вот. Можно взять большую упаковку. Кстати, есть бездрожжевое. А есть дрожжевое, то есть как вот так. Ну, ассортимент огромный, конечно же. Сейчас закрою, секундочку. Так, вот тут смотрим, сколько много всего для того, чтобы вы могли себе что-то испечь. Ну и цена, конечно же, разная. Открываю, смотрю, вот тесто сдобное дрожжевое. Так, что здесь? Так, тоже дрожжевое, кстати. Класс, она может сделать. Сейчас я его возьму. Сейчас, секунду. Смотрим, какое красивое, интересное изделие. Пакетики. Производитель хлебный. Так. 500 граммов. Ну, можно делать в круассанчике. Такая прелесть получится. Уберу его на место, чтобы не размораживать. Тут его много. Я вам только один показала позицию. Ну, разное тесто тут всякое. А, кстати, сейчас скажу. Вот можно сделать, вот если хотите, лапшу. Я потом покажу вам, как делать лапшу. Но это очень долго. А вот готовая, вот, кстати, лапша. Вот такая она с обратной стороны. Красиво упакована. Вот она, лапшечка. Мне нравится. И если тебе нет времени, можно взять. Дальше шагаем. Подешевле есть вариантики разные. Вот они, слоеные, всякое там. Смотрите, вот слоеные. Вот так. И ой, вообще всякого-всякого теста. Вот просто навалом. Разного. Вот ты какое хочешь, такое выберешь. Тебе нравится такое, возьмешь это. Вот здесь, кстати, еще есть вот такое интересненькое. Быстро приготовить. Fine Life. Интересная такая позиция. Там изюмчик на упаковке, интересно. Давайте посмотрим дальше. Ну, дальше не буду показывать. Почему? Потому что здесь пошли чебуреки. Здесь где-то середина витрины. Дальше готовые блюда. Пицца. Ну, все такое. Но это не моя тема сегодня. До встречи.